сейчас мы продолжаем, значит, серию наших уроков, изучаем джазовые стандарты. Помогать мне будет наша бывшая выпускница Рамина Мишина. Честно говоря, я очень не хотел играть эти стандарты под минуса. Намного приятнее играть с замечательной пианисткой и красивой девушкой, я считаю. Ну вот. Значит, следующий стандарт сегодня, который мы будем играть, называется он «All the things you are» – «Все мысли о тебе». Здесь тоже я вас отошлю снова к первому уроку о дарийском ладе, потому что здесь очень много используется вот это понимание аппликатуры дарийского лада, которое для гитары именно. То есть, еще раз, пианист мыслит немножко по-другому. Для него эта пьеса в тональности ля бемоль мажор, и все. И дальше уже начинается просто отклонение. Гитарист мыслит должен немножко по-другому. Для него внутренние модуляции происходят. То есть он мыслит от тона, от вторых, пятых ступеней. Вторая, пятая, первая, вторая, пятая. Вот, значит, сейчас... Ну, опять-таки, я не буду показывать гармонию, ну, имеется в виду нарисованную, потому что она есть и на YouTube, и в интернете полно. Этот стандарт есть, все варианты гармонии, которые к нему есть, написаны, они есть в интернете. То же самое есть, значит, минусовые треки. Поэтому этого мы делать не будем. Просто я попытаюсь объяснить, как я вижу, значит, на гитаре, как это сыграть. Значит, All the things you are состоит из нескольких частей внутренних, да? Сейчас мы по порядку пройдем, значит, эти части. Значит, первый кусок. Там играется по гармонии. Фа, си бемоль, ми бемоль, ля бемоль, ре бемоль. Значит, вот эти, эта группа аккордов, она обыгрывается при помощи дарийского си бемоль минора аккорда. То есть внутри тональности то, что происходит именно. То есть мы это играем, вот сейчас мы с Раменой это сделаем. Поехали. И все. Значит, следующий кусок уже играется вторая, пятая, первая ступень от, ну, виртуально от тональности до мажор. То есть там играется ре, соль, до. Мы это уже будем рассматривать как дарийский ре минор. То есть, соответственно... Да. Теперь следующий кусок, это по сути то же самое, что было в ля бемоле, только от, ну, от другой тональности, опять-таки, виртуально от другой тональности. Здесь играются, значит, аккорды до минор, фа минор, си бемоль, ми бемоль, ля бемоль. Вот эта группа аккордов. Значит, это уже все обыгрываться будет дарийским ладом, то есть аппликатурой дарийского лада от аккорда фа минор. Да? Попробуем. Так. Значит, потом идет следующий кусок. Значит, вторая, пятая, первая от ля минора. То есть виртуально у нас получается тональность соль мажор. Играется, значит, от ля минора до дарийского. Ну, этот кусок повторяется два раза. После этого идет кусок, который выбивается из дарийского лада, потому что здесь играется вторая, пятая, первая в миноре. То есть теоретически он должен разрешаться вот так. Фа диез, си септ и в ми минор. Вторая, пятая, первая в миноре. Но здесь разрешение идет в мажор. Вторая, пятая, первая. Значит, я должен сказать, что в нотах чаще всего вот этот аккорд фа диез полууменьшенный, его не пишут. Там обычно пишут фа диез минор просто аккорд. Если его так обыграть, то там получится вторая, пятая, первая просто чистая. И будет ошибка, потому что в основном во всех минусовых треках, да и музыканты чаще всего играют как раз полууменьшенный аккорд. Значит, здесь можно по теории очень много рассуждать, какие тут возможные варианты обыгрывания. Я вам скажу самый простой и доступный. Значит, эти три аккорда обыгрываются лучше всего, легче всего, гармоническим минором от ми минора. То есть... В конце, так как он заканчивается в мажор, значит, надо прийти в мажорную ноту какую-нибудь в
ми-мажоре, то есть. В любую из этих нот. Да? Сейчас попробуем этот кусочек сюда. Потом идет следующая часть, значит, там, по сути, происходит то же самое, что в первой части, то есть. Вот эта группа аккордов, которая относится по аппликатуре к си-бемоль минору дорийскому, да? Поехали, значит, 3-4. Теперь дальше, значит, опять-таки в нотах чаще всего там пишется аккорд соль, по-моему, полуменьшенный пишется в нотах. Значит, на самом деле там надо сыграть после вот этого ре-бемоль мейджор, сыграть ре-бемоль минор. Соответственно, обыгрывается ре-бемоль минором дорийский, потом играется до минор, соответственно, обыгрывается аппликатурой до минора дорийского, потом играется уменьшенный аккорд. Здесь надо просто посмотреть, скажем, либо гамму уменьшенного аккорда, либо арпеджио. Да? И опять в конце играется вторая, пятая, первая от себя моль. Ну, вот если коротко взять, это вот, вот так вот можно объяснить, что, что здесь играть. Значит, я немножко разовью вот предыдущую тему по импровизированию. Попытаюсь как бы помочь, что ли. Дело в том, что лад во время импровизации не всегда спасает с точки зрения звучащих, не звучащих нот. Тут очень важное значение будет иметь ухо. То есть ухо слышит, благозвучие или нет. Есть такое понятие в музыке – разрешение. То есть ты можешь сыграть все, что угодно, но ты должен разрешить, как бы успокоить. Да? Вот это надо пытаться делать все время ухом. То есть либо сыграть ноту, либо пропустить ее и дать это сделать гармонии, там, аккомпанирующему составу, который все равно эти аккорды будет играть. Не обязательно играть в каждом аккорде. Можно сыграть, скажем, фразу, потом пропустить там какую-то часть и сыграть следующую. Ну, потому что если вы играете с аккомпаниаторами, они тоже работают. Дать им поработать. Да, теперь, значит, мы сейчас сыграем эту пьесу опять таким образом. Я сыграю, по сути, как бы, гаммообразные движения, да, то есть гаммы. Чтобы посмотреть, как это будет двигаться. А импровизация – это уже ваше дело. Поехали. 3-4. Следующая часть. Значит, если так коротко, дело в том, что понятно, что в процессе там 5-7-10-минутного урока объяснить все досконально, там есть очень много взаимосвязей, которые можно дополнить, очень много можно рассказать с точки зрения ощущений, там, мелодии и так далее. Это все сделать в коротком 10-минутном ролике невозможно. Но я надеюсь, что вот, во всяком случае, вот такой вот разбор этого стандарта поможет там, начинающим или не начинающим музыкантам легче разобраться с тем, что происходит. В конце хотел бы добавить по поводу импровизации. Значит, когда вы импровизируете, обязательно в голове надо держать тему. Потому что если, это как, скажем, когда вы ведете там разговор обычный, да, вы же на какую-то тему разговариваете. То есть если мы начинаем говорить там о космосе, вдруг человек начинает разговаривать там, я не знаю, о какой-то другой проблеме в этот момент. И становится неуютно и непонятно, о чем речь шла. Приблизительно то же самое происходит в музыке. То есть если ты не будешь подчеркивать какие-то характерные для этой темы обороты или ноты, вот
скажем, в среде музыкантов, скажем, с теми же американцами, они, предположим, вот как эта тема, говорят, вот ты обязан вот эти ноты показать. То есть, если ты это не сделал, то ты как бы сыграл не эту пьесу, а что-то другое. Это касается, в первую очередь, конечно, традиционного классического джаза, потому что, скажем, после того, как джаз стал развиваться и перешел там в эру бибопа, где было много тем, которые писались не столько как музыка, сколько просто, ну, предисловие для того, чтобы вообще сесть и поиграть. И потом играем, что хотим. Там есть много таких тем у Майлса Дэвиса и так далее, и так далее. Но в этих случаях, вот, имеется в виду традиционные стандарты, вот, о которых я говорю, здесь очень важно все время в голове держать мелодическую линию. Я сейчас вам сыграю один, этот самый Oldest Things You Are, и вы услышите, скажем, и гармонию, и немножко мелодию, да? Вот смотрите. Скажем, я это играл, было слышно, как двигается гармония и где-то приблизительно мелодическая линия. Я намеренно не играл никаких опеваний, никаких сдвигов. Я играл чисто по дарийскому ладу в основном. Ну, собственно говоря, вот такое вот пожелание. Удачи, а мы продолжим в следующий раз. Спасибо.